24 глава, с 1 по 6 стих. Находясь в тюрьме, апостол Павел имел попечение о всех церквах того мира. И он пишет: «Я узник в Господе и умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Это один стих из сегодняшнего апостольского чтения. Поступать достойно звания. Вот и надо разобрать, что значит быть достойным. Какое нам звание Бог дал? Иначе, если мы это звание не оправдаем, это пустой звук. Какое звание нам дано, самое главное? Все остальное не имеет значения, что ты достиг уровня профессионального. Что у тебя здесь достаток. Главное звание — ты чадо Божие, христианин. Усыновление произошло. Бог сделал нас сынами царя. Вот если бы родились в богатой семье, мы бы здесь уже не находились, может быть. А вот мы как раз и богатые. Вот как житие святой Екатерины говорит: самого богатого найти, богаче меня, красивее меня, мудрее меня. И ей рассказал пресвитер, что все твое богатство — песчинка по сравнению с его, а вся твоя красота, что ты хвалишь, это просто грязь по сравнению с его красотой. Так вот, наше звание все время нужно помнить. Я сын царя. С достоинством разговаривать. Не так, что кто-то сказал, а может, они правы, там услышали где-то, акафист считают, то у них что-то лучше. Нам что Бог дал, мы пока не видим, чтобы могли у них опыт перенять. Батюшка сколько раз возвращался? По монастырям проедет, у мощей Серафима, у Сергия вернется. Держите, что имеете. Ничего нет. Поток мирской идет, выходит и заходит. Я стоял и однажды даже посчитал, сколько человек зашло в храм. Владимирский собор в Киеве. 750 человек зашло, 750 вышло. Это проходной двор. Недалеко трамвай. Я им посоветовал трамвайные пути немножко стрелку развернуть сюда, чтобы в трамвай заезжать и выезжать. Какая разница-то? Да какое же это звание-то у нас? Если ты христианин, все вокруг должно замереть. Это идет христианин. Ну, покажите себя так. Надо засвидетельствовать. Мне пришлось испытать это. Сидят рядом, гуляют возле дома, пьют. Только вышел, друг друга пьяницы на заваленке локтем толкают. Перестань материться, видишь, вышел. Совершенно чужие люди. Рядом находящаяся пьяница, он другим уже рассказывает. На них страх должен находить. А из-за чего? Из-за того, что мы возвещаем о великом Боге Иегове, о вечности, о небе, о наказании, об аде. И поведение наше — это главное, чтобы заставить людей признавать наше звание. Поведение. Ты никогда с ними не участвуешь в разговоре. Пустоты от тебя они не слышат. Я не говорю там вместе гулять, выпивать, обедать. Твой разговор, если ты где-то на производстве даже находишься, он должен, только ты появился, он сразу должен тему разговора переменить. Ну, полминуты ты еще можешь стоять, узнать, о чем они разговаривают. И сразу штурвал брать в свои руки. Там, где христианин, атмосфера мгновенно меняется. Все будет по-другому. Я опять же беру только своей биографии. Это в жизни моей. В камере отбросы сидят обществом. По несколько убийств за них. Я ничего не делаю, только молюсь. Заходит человек и сквернословит. Я на молитве, но я слышу. Немного погодя, один подходит: знаешь, парень, ты помело свое прикуси. Здесь у нас нельзя, здесь батюшка у нас молится. Его никто не мог удержать от матюка. Все замерло. 32 человека, ни один не матерится. 32 уголовника. И курить подходит. Дырка на улице, подходит и туда дышит, чтобы дым не попал сюда. Что это? Молитва. Они видят. Достойность своего звания. Я решил посмотреть по Священному Писанию, как это слово, где встречается и что является званием. Не человеческое мнение, а божественное. В первой книге Маковейской, 10 глава, 49 стих. Находит одного человека, познакомились и говорит: он крепкой силой и достойный быть нашим другом. Значит, нужно искать крепкие силы. С кем ты поведешься? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
крепкий он силы или нет. Проходит сколько времени, в общем, не оттуда близкий, никого нет. В деревне у нас один еще уезжает, 10 лет почти прожил. А кто, друзья, никого, ни одного человека близкого нет. Это как же так себя нужно было поставить? Да ты только на один момент где-то появился, и уже люди, некоторые, уже к тебе будут склоняться. Даже те, которые противники были, твое присутствие уже обстановку сделает другой. Во втором послании, в книге Маковейска, 4.25, говорится о первосвященнике, ну, сегодня сказать о патриархе. За деньги купил должность человек, вошел в доверие к языческому царю. Ну, это сергианство в чистом виде. Через посредство органов КГБ его поставили, такого Сергия. И говорится, что он не принял ничего достойного первосвященничества, а только принял нрав жестокого тирана и ярость дикого зверя. Я вот считаю, как в те годы было, как только власть разрешил официально действовать Московской патриархии, так те сразу поставили научат всех покорить себе. Конкретный случай нас. Мы им не мешаем выдвинуть нас с университета. Бабушек посылали, узнавайте, где тайно молятся. Все ИПХОКСы были выявлены через церковные круги. Узнали? Священнику сказали. Священник сразу пишет донос, всех арестовали. Все это строилось на крови. Все обновленчество вошло в Сергиянскую церковь. Они никуда не делись. Их через покаяние приняли обновленцы, которые патриарха Тихона низвергли. Они никуда не делись. Они все вошли до единого почти. Вот там где-то спрятались, может, кто. Вот откуда. Приняли ярость, говорит, дикого зверя. Да речь-то идет не о власти, а о духовной власти. И ничего достойного звания христианина не было. Как она вспомнится даже? Вот люди уходят некоторые из общины, жалеешь. Вот у меня один был, он, я говорю, как он будто зуб выпал. Еще и общины не было. Он помогал во всем деле, себя не удержал, в грехе так и погиб. А другой ушел, да, даже незаметно. Во второй книге Маковейска, 6 глава, 24 стих, рассказывается о Елеазаре, которого, ему уже под 90 лет, его любили. Он уважаемый в обществе был. Но когда строгий пришел приказ от императора, чтобы все принесли жертву идолам, друзья ему сказали, мы сделаем так. Заменим одно мясо другим. Ну ты поешь при людях. Это будет баранина, чтобы другие думали, что это свинина. Чтобы спасти тебя. А он говорит, недостойно нашего возраста, чтобы мы так лицемерили. А какой я пример дам? Скажет старик, цеплялся за эту жизнь. Какой я пример юношам дам? Нигде не идите на эти компромиссы. Какой мы пример оставим? Я все время думаю, начнутся сегодня их гонения. И гонения еще будут представляться возможным остаться в живых. Например, если ты отрешешься, выйдешь отсюда живым. Кто из нас останется живой? Кто твердо упрется и ни шагу никуда? Я умру, но не отступлюсь. Кто не будет лицемерить, идти на компромиссы? А это надо уже сегодня себе примерять. Зато, говорит, тем труднее переносится что-то, если оно неожиданное. А когда мы заранее готовимся, оно как-то уже легче. А я и знал, что так будет. Я другого-то и не ждал. Я скажу, что пожар я перенес спокойно, по той причине, что я каждый день его жду. Я каждый день утром и вечером молюсь об избавлении от пожара. А мысленно ложась, я думаю, сегодня подожгут или завтра, ну, попозже маленько. То есть я с этим так свыкся, что меня арестуют, что время... Все время на работу выходил дополнительно, со мной было сухое белье. С собой немножко брал сухариков. И ходил 5 лет с этой сумочкой в храм и везде. И когда случился арест, у меня ничего и нету. Наконец. Одного священника арестовали, он так вздохнул, говорит, ну слава Богу, хоть первый раз спокойно заснул. Каждую ночь боялся арестовать, а теперь все уже. Охрана поставлена рядом. И в этой же книге Маковейска, 7 глава, 20 стих. Говорится о мучении семерых сыновей, при казни их присутствовала мать. Прикиньте матери к себе, что на ваших глазах вашего родного сына режут по частям, скальпируют, вырезают глаза, жгут на сковороде, а мать стоит и одобряет. Смрад от жженого мяса разносится, а она говорит, как благоухание разносится. Второй сын и ни один не пошел на компромисс. Но более всего, когда последнего казнили,
более всего, наиболее же достойна удивления и славной памяти мать, которая последнего сына уговаривала: сын, уже шестеро на небе, уже ушли, поспеши туда, порадуй меня, восполни то, чего не хватает тебе, ты получишь все эти органы обратно у Бога, достойна удивления мать. Итак, будем проводить жизнь, достойную звания христианином. А ты скажи: я мать, достойна звания матери. Я знаю, некоторые пришли уже в возрасте, когда дети не знают Бога. Это слово уже никак не применишь. Но сейчас ты можешь вести себя достойно матери, не цепляться. Дети — это прах. Они что есть, что нет. Только отвечать за них еще придется. Но если они есть, и они неверующие, ты одной минуты не проводи зря с ними. Все время им свидетельствуют: дети, это временная жизнь, как быстро все кончится. Я виновата, не заложила вас фундамент веры. Я не сама не знала Бога. Достойно, чтобы удивление мать была, что пренебрегла узами родства и выбрала главное. Иди сюда, тебя чтобы никакие внуки не держали. Пришел день воскресный, субботний, я должна быть в храме. А не так, что поработили себя и до самой смерти не могут выбраться из рабства. И 7 глава, 29 стих, она говорит сыну: не страшись этого убийцы, но будь достойным братьев твоих. Вот это слово «достоинство», оно должно побудить нас избирать себе каких-то героев, с кого писать образ, как раньше писали. Вот я нашел с первого дня, когда стал читать, был такой пророк Михей. И пророк Иеремия, все они славные, все хорошие, но мне прям сразу подошелся в душе. И вот уже 40 лет я не разочаровался, считая его. В чем я сумел ему подражать, Бог его знает, но так хотелось быть достойным. И если я спасусь, то в числе первых, кого я постараюсь найти на небе, этого Михея, бескомпромиссного, который всегда говорил то, что скажет Бог, а не то, что угодно батюшке, что угодно властям. Быть достойным избранного героя. Как мать убеждала быть достойным братьев, которые уже. Будьте достойны нашей общины. Когда нашей общины не будет, я повторяю многократно это, мы вошли уже в историю. Мы доказали, что в православии, не выходя из него, даже любой сектант нам позавидует. У них только расползается. Ни дисциплины, ничего нет. А ведь смотрите, что мы хотели, мы практически все сделали. Одно, что я не могу сдвинуть, вот это чтение «Господи помилуй». Я считаю, что тот, кто это написал, был совсем маловерующий монах. Господи помилуй, Господи помилуй. Это насмешка над Богом. Я ничего не прошу, пусть все останутся, Господи помилуй. Дальше 12 не залазить бы. Против 40 ничего не сделаешь, но растяните подольше. Вот читаем мы вечерние молитвы Иоанна Златоуста. Там 12 раз: Господи, чтоб душа моя не погибла, Господи, дай мне царство небесное. То есть какая-то просьба. Еще: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Я много раз уже об этом говорил, ничего пока не могу сделать. Один раз брат прочитал медленно, батюшка сразу замечание ему: а то что так, разве считается? Не считается. Переломить обстановку. Быть достойным звания христианина. Не поминайте имя Господа Бога в суе. Почему мы эту заповедь упустили? Это в суе. Это нигде нет такого в Библии, чтобы 12 раз кто-то сказал: Господи помилуй. Это полное неверие уже. Я один раз сказал: вас призови меня в день печали, и я услышу тебя. Призови. Сколько раз? Но мы посмотрим, как Давид. Господи мой, Господи. Было в дни печали дважды, даже трижды нигде нету в Писании. Откуда это взяли? Такое простое. Да ты говоришь, никто не говорит. Да не говорит, я душой чувствую, что это неправильно. Ты разве сам не чувствуешь? Господи помилуй, Господи помилуй. С ребенком даже так не говоришь. Если дай, ты попросил что-то, дай. Даже команду даешь животным. И тот один раз сказал, два. Ну да, ты-то раз, ты не говори, уже полностью она запутается в этом. А почему? Думает то, что не было искренней веры у автора, кто ввел эти 40 раз. И он думал, что многократным повторением он добьется милости Бога. А это имя Божье в суе поминается. По-другому нельзя объяснить. Сказал: Господи помилуй, задумается. Второй раз, опять добавь чего: Господи, соделай нас искренними, крепко любящими Тебя. Господи, научи нас быть достойными этого звания, какое Ты нам дал. Нас помазанием священник ознаменовал. Мы получили имя христианина, как в Антиохии первые христиане. Благодарю Тебя, мой Господь. И опять: Господи помилуй. Помилуй нас, Господи, что столько времени мы здесь, а город все еще неверующий.
ходит тут 5 человек, а остальных не можем никак. Господи, помилуй. Вот здесь надо сказать, Господи, помилуй. Осеменились, сели, молодежь, нигде никого не найдешь. А дальше-то будет не лучше. Где двое ребятишек, трое, там будет пятеро. Тебя совсем нигде не найдешь. Я все время говорю об одном человеке, у которого 10 детей было. И который за 60 километров ездил в церковь и никогда не пропускал. Ни утром, ни вечером. Никогда. За всю жизнь не было ни одного пропуска. У него что, дел не было? Не хотел он, чтобы дети были сыты. В третьей книге Ездры, 12 глава, 9 стих. Ты суди меня. Судил, Господи, так, что признал меня достойным, чтобы показать мне последние времена. Вот Бог нас так судит и смотрит. Можно ли нам какую-то тайну вверять? Можно ли что-то доверить, какое-то дело? Смотришь, начал, бросил. Будь достойным звания христианина. Определил хорошее дело, до конца его веди. А не так, 2 раза сходил, бросил. Смотришь, опять нигде нет. Бог судил, и он это определил. 3 Ездра 14:40. Ты напиши в книгу так, чтобы ее могли считать достойной и недостойной. Оказывается, надо быть еще достойным считать книгу. Быть достойным, чтобы тебе Бог доверил ее написать. Недостойным Бог не доверяет написать, а читать, говорит, дает и недостойным. Поэтому можно давать всем. Я прошу вас, обратите внимание на наш последний том, выпуск. Он очень легко идет. Немножко, маленько себя растребушите. Найдите лишнее где-то, кому-то подарить, где-то на работе показать. Это людей очень располагает. Если ты это понимаешь, ну, дверь тебе это проложит. Что мы не просто говорим, у нас что-то есть. Премудрость, 3 глава, 5 стих. Бог испытал и нашел достойным его. Вот это будет нам похвала. Бог нас испытывает. Как мы себя ведем в болезни, чтобы не как Аса. В болезни, говорит, взыскал врачей, а не Господа. Книга Премудрости 9:12. Когда храм был освящен, Соломон молился. Молился о всем народе, о беде, какая случится, если иноплеменник придет и будет молиться, услышь его. А меня, Господи, так благослови, чтобы я был достоин престола отца моего. Вспомнил. Мы все время должны молиться об этом, Господи, чтобы этот день я провел достойно, как христианин. Чтобы имя Твое святое не поносилось через нас. И начните это с раннего вставания. Достойно христианина. Долго лежит, поздно встает, тем, что у меня поздно вечером засиделся. Поверьте, это ущерб. Вы никак уже не впишетесь в молитву Давида. Он говорит, встану рано. Дальше, предваряю рассвет и взываю. Не только зимой. Зимой предварять рассвет, это уже в 9 часов. И речь идет об Израиле. На милость твою уповаю. Измените свой распорядок. Жить нужно достойно христианина. Не пропускать молитвенное правило. Поклоны. Посты. Премудрость 12:7. Здесь говорит уже о поселении каком-то, что земля приняла достойное наследие чад Божиих. Так достойны ли мы того, чтобы находиться вот здесь, жить в мирное время здесь, такое обеспечение, о нас заботится администрация. Сколько людей сегодня ночью не спали, они обслуживают электроэнергию, теплотрассы, за всем наблюдают. Земля приняла достойное наследие. Это премудрый Соломон увидел. А второй вариант – недостойный. Жили мы этого недостойно, были, Бог отнял все, и все, и Россию выбросил на помойку. Чего не хватало, что революцию стали делать? Одна из самых передовых держав была Россия. Обольстили, пошли куда попало. И поэтому мы тут несем то, что нам положено, не другое. И Премудрость 19:4. О каком-то другом достоинстве. Когда люди где-то погибают, большие беды с ними случаются. Начинает жалеть, вот там взорвали, там утонуло, там цунами, да Бог куда смотрит, там невинные дети отдыхали на курорте, в Таиланде там где-то цунами смело их, в Индонезии. А Соломон говорит так, что они, эти люди, достойны были этого, и судьба их влекла к
подойти к концу. Они достойны этого было, у них уже все подошло, и, наконец, нить была оборвана. Достоинство к смерти. В плохом плане тоже достоинство. Сирахов 14.10 говорит. Постоянно делать добро себе. И да приноси достойное приношение. Достойное приношение Господу. Этим самым мы приносим добро своей душе. Достойное приношение. Достойное приношение молитвы – это благодарение и словословие. Просьба – это тоже хорошо, что мы умеем просить. Но это первоначальная ступенька. Сирахов 26.19 говорит, нет достойной меры для души воздержанной. Чуть что не по нам, гляжу, сегодня тут паника началась, уже конфликт возник, не так фонарь, неудобно переворачивать страницы. Вы видели, прям настоящий конфликт. Одна душа заплакала, она, ну ты сделай снисхождение, она глухонемая, она старалась. Ну велико ли это дело-то? Ну то, что она расстроилась, ты думаешь, ты крепко поступил, что вот я ей не уступил. Ну эти два часа, которые мы молимся-то, она заряд получает на всю неделю, она уйдет в расстроенных чувствах, и ни за чего. Ты уступишь, что божественного-то ничего тут не потеряно было. Но научитесь быть более мягкими, уступать, достойно звания христианина. Это ничего не стоит совершенно. Ну, положила так, да, ну, поверни другим боком, это ничего не меняет. Чтобы она довольная была. И вы понимаете, человек ущербный, который не слышит, имейте к ним снисхождение. Или слепой. Как бы ты себя вел в этом состоянии? Когда мы, обладая слухом, зрением, так, такие еще бываем капризники. Ты видишь, что это ничего не стоит. Да ну, пускай будет так. Ему нравится, да ладно, перетерпим. Переморщимся. Главное, чтобы быть достойным звания христианина. Для воздержанной души нет достойной меры. Что ни одно слово сказал, не по-моему, сразу же идут на разрыв. Воздержанным быть. Перенеси на себе. И цены, говорит, нет этой душе. И притча Соломона 31.30. Боящиеся Господа достойны хвалы. Вот достоинство. Боишься Господа, уже получил похвалу. Песня песней. Говорит, что достойно любит тебя, Господи. Достойно любить Господа – это оценить Его жертву за нас, быть благодарным за все, что Он нам посылает. И кто бы что ни представлял нам, мы скажем, лучше нашего Господа ничего нет. Даже мирской писатель говорит, если бы доказали, что Христос и истина противоположны, я лучше предпочел бы остаться со Христом, нежели с истиной. Евангелист Матфея 3.8 говорит, при покаянии принесите достойный плод. А какой плод? А о чем ты говорил? В чем раскаялся? А нужно принести плод противоположный. Если ты пьянствовал, любил там пиво выпить, теперь за того, говорит, воздержись и воды досыта не пей. Ты любил деньги тратить где-то, теперь наоборот, сверх меры экономные, будь на дело Божие пожертвуй. Достойный плод покаяния. Надо жизнь свою старую перебирать. И рассматривать во свете Божьем. Вот это было не так. Хорошо, я исправляю. Противоположным буду выкорчевывать. Матфея 22.8. И 1 Коринфянам 9.27. Чтобы мы усмиряли и порабощали тело свое, дабы, проповедуя другим, самим не остаться недостойным. Это касается не только проповедников, но и всех. Проповедуя другим, помни, что на суде Божьем Бог будет определять наше достоинство. Будьте достойны этого звания. Проповедуя другим, уча другого, я учу самого себя. И мне спрашивают, а я учу, а не делаю. Вот это увы, не делай за того, ты побудь тебя делать. А не будешь говорить, ты вообще ничего знать не будешь. 1 Коринфян 11.27. Речь идет о причастии. Кто будет есть хлеб сей, и пить чашу Господню недостойно, тот виновен будет в крови. А как достойно? Достойно это раскаяние. А не так, я плохо приготовился, вроде постился плоховато, ну, на следующий раз. Не получится. Достойны мы никогда не будем. Достоинство наше в полном смирении. Просто для себя возьми. Достойно звание христианина смиряться. Да, я недостоин. Недостоин?
Но где знаю грех, к тому же никогда не возвращаюсь. И просто недостойно этим прикрывать свои беззакония. 1 Коринфянам. Даже Филиппийцам 1.27. Павел говорит, только живите достойно благовествования. Достойно проповеди, которую вы слышали. То, что вам столько свидетельствуется, проповедуется, считаете, идут занятия, это все накладывает на нас повышенное обязательство. Выполнить слышанное. И Колоссянам 1.10. Павел призывает поступать достойно Бога во всем, угождая Ему, свидетельствуя о Нем во всяком месте. И 1 Фессалоникийцам 2.10. Чтобы вели себя достойно призвавшего нас в чудный свой свет. То есть, чьи мы дети, помнить. 2 Фессалоникийцам 1.11. Бог соделал вас достойными звания. Это Он нас соделал, чтобы мы были действительно христианами. Сегодня для многих слово «христианин», Златоуст говорит, есть пустой звук, вводящий других в заблуждение. Верующий, да, верующий. Хожу в храм, ни в чем не видно. Если ты верующий, ты абсолютно во всем должен отличаться. Как Василий Великий говорит, у нас все другое. И одежда другая, питание другое, походка другая. У христианина все другое, достойно своего звания. И в Откровении читаем 3 глава 4 стих. Ты не осквернил одежду свою, поэтому достоин будешь сесть со мной, говорит Господь. Осквернение происходит от грехов. Итак, призыв апостола Павла поступать достойно нашего звания – это труд на всю жизнь. Каждый день нужно подвергать анализу, что мы делали, с чем мы уходим, какое обещание даем Богу, в чем просим прощения. Достойно нашего великого звания, и в этом нужно стоять и друг другу помогать. Сестра, помоги тебе, Господи. Брат, я вот видел, что-то не так, тут не воздержание. Помоги тебе, Господи, исправить это. Не бойтесь сделать ближнему замечание, но нужно выбирать момент и как это сказать. Чтобы все вместе, помогая друг другу, мы оправдали великое звание христианина. Аминь. Аминь.